Всем привет! В этом выпуске по GTA Underground мы посмотрим на Булвард. Это город из игры Булли. И еще погуляем по территории школы. Поехали! Как видим, комната Джимми перенесена отлично, но маркера сохранения тут нет. Также мы можем зайти в те комнаты, в которые в оригинальной игре мы зайти не могли. В женском общежитии почему-то перенесли не весь интерьер. В этом моде есть пара чит-кодов. Один из них позволяет менять скин. Тут также есть скины из Булли. Thank you.
Еще один чит-код позволяет выбрать любой транспорт из разных GTA-шек. Еще есть чит-код на оружие, но у меня он почему-то не работает. В городе есть трафик. Ездят машины и ходят люди. Есть интерьеры, но не все. Хотя на карте они отмечены. Thank you.
тут все же есть возможность сохраниться. Можно купить дом у маяка. Thank you.
этом все. Этот выпуск, наверное, предпоследний. Осталось несколько маленьких локаций, их я покажу в следующем выпуске. Спасибо за просмотр. Пока.